А подскажите, кто вам штрафы выписывает? Мне надо на того человека. Роспотребнадзор. То есть Роспотребнадзор вам штрафы выписывает? Да, если мы обслуживаем без масок. А я вот у вас многократно обслуживался. У вас были штрафы? Сейчас опять взялись за это. Было послабление. Сейчас опять взялись за это. Без масок обслуживать не будем. А вы представиться можете, с кем я имею в дело? Я начальник. Ну, начальник. А как дальше инициалы там фамилии? Андреева Евгения Васильевна. Вы подискутировать пришли? Нет, узнать. Ну, все. Прекратите вы дискриминацию. Закон один для всех. Дискриминацию. Постановление губернатора в общественных местах, мы находимся в масках. Не хотите дискриминацию прекратить? Кино снимают. Так я вам тоже говорю, что закон один для всех. Есть всеобщая декларация прав человека. Есть постановление губернатора. В общественных местах мы находимся в масках. Давайте не будем дискуссировать. Все. Так международное право же выше вашего постановления. Я вам еще раз повторяю, мы люди подневольные. Подневольные? У вас нет воли своей? Воли нет у вас человека? Мы подчиняемся нашему руководству. Хватит, пожалуйста. А международному праву не хотите подчиниться? Я подчиняюсь своему руководству. Только руководству. Так все-таки можно открыть? Нет? Нет. А? А вы можете представиться? Мне надо просто знать, кто осуществляет дискриминацию человека. Все претензии, пожалуйста, к Куйвышеву, губернатору нашему. Мы-то здесь причем. Хватит уже. Его вы здесь... все время приходите, нервы там отдаете. Его здесь нету. Ну и все. Мне надо узнать, кто сейчас непосредственно осуществляет дискриминацию человека. Я не имею права обслуживать вас без маски. Вы вообще должны были зайти уже в маске. Молодой человек, представьтесь, пожалуйста. Все, на выход. Чего? Я не буду с вами разговаривать. А вы оскорбляете сейчас меня? Вам уже представили. Что вам еще надо? Вам уже все рассказали. Ну это вы представились. Молодой человек не представился. Можете представиться, нет? Давайте познакомимся. Я человек с именем Денис. А вас как зовут? Меня написано. Читайте. Ну, я не могу прочитать на таком расстоянии. Представьтесь, пожалуйста. Я же представился. Русская? А? Русская лото? Ну, наверное. Мне много надо. Вы у меня на 8 марта покупали, наверное. Наверное. Не будете обслуживать, да? Нет. Дискриминацию прекращать тоже не собираетесь? Ну, ответьте на простой вопрос. Дискриминацию будете прекращать или нет? Сейчас в отношении человека вы будете прекращать дискриминацию или нет? Ну, недопустимо же дискриминацию. Вы должны знать об этом. Вам поштучно или комплектами? Это... Не хотите ни разговаривать, ни общаться, да? Новые там закончились. Я не видела, там много надо. Ну вот видите, сотрудники почты не хотят общаться, продолжают дискриминацию. Будем как-то решать эти вопросы. Ну, соответственно, необходимо отблагодарить почту. Начальнику главпочтамта пишем вексель в форме вот такой благодарности. Указываем, что с момента принятия векселя начальник должен вынести дисциплинарные взыскания тем нерадивым работникам, которые не представляются, нарушают права человека, а также осуществляют дискриминацию. И отправляем вексель для почты почтой. Будем ждать результатов. Мира и добра вам! До встречи!